Буквально вчера в нашем городе произошло очередное ДТП. На привокзальной площади на проезжую часть выбежала девушка. В результате столкновения с автомобилем кандалакшанка получила травмы и была госпитализирована. И этот случай, к сожалению, не первый с начала года. С начала года у нас в Кандалакшском ГИБДД зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Один из них несовершеннолетний ребенок. С тем, чтобы в дальнейшем таких эксцессов на дорогах происходило меньше, инспекторы ГИБДД объявили операцию «Пешеход». Она стартовала в начале этой недели и продлится до конца апреля. В рамках мероприятия проводятся рейды по выявлению нарушений и мероприятия, направленные на пропаганду безопасного дорожного движения. В одном из них приняли участие ребята из коррекционной школы. Автоинспекторы помогли малышне составить безопасный пеший маршрут. У нас нет пешеходного перехода. Что нам в такой ситуации делать? Переходим дорогу по линиям тротуаров, то есть если бы сейчас здесь был тротуар, мы смотрим, где они соприкасаются, и по линии тротуаров переходим дорогу, не мешая движению транспортных средств. Прежде чем переходить дорогу, посмотри по сторонам, убедись в безопасности. Главное правило, которое поможет и не стать участником аварии. Но, к сожалению, соблюдают его не все. Предварительные итоги операции неутешительны. Только с начала недели автоинспекторы выявили 36 нарушений со стороны пешеходов. Кандалакшские водители более дисциплинированы. Только два автовладельца забыли пропустить пешехода на зебре.